Вышли мы ночью до лижбы погулять по пляжу. И тишина. 3 рубля рублями и 50 копеек одной монеткой. Ну и, естественно, всякий шмурдяк, пробки там и так далее. Проволока алюминиевая, чего только здесь нет на этом пляже. Река такая тихая, спокойная, туман. Сейчас зайдем, наверное, туда за мост. Там еще одна есть. Такая же отмель. Я на ней когда-то рыбачил. Там еще, наверное, походим. Очередная находочка. Набор грузил. Это еще советский, что ли? Я что-то таких не помню. Да. Находок моря. Переехали мы на другой пляжик. Тоже такой красивый и небольшой. Побегаем здесь, посмотрим, может, что попадется. Какой-то гильзач попался импортный, непонятный. Какой-то систем. 12 калибр вижу. Не понять. Короче, какая-то ерунда. Ну и ходячки, как всегда. Руслан вот сейчас там пару рублей нашел опять. А у меня одна проволока цветная. Да. Туман такой над рекой стелится. Походим еще. Ну вот, наконец-то у меня и находочка. Такая вот печаточка. Только она, походу, из латуни. Проб не видно ничего. Да и по цвету так. Скорее всего, латунь. Ладно, придем домой, отмоем, разглядим. Выясним. Но не видно ничего. Да и по цвету, скорее всего, латунь. Ну хоть что-то. На безрыбье и рак рыба. Ладненько, ходим дальше. Очередная находочка. Советик. Трешечка. 89-го года. Еще походим немного и домой. Какой-то шмурдячок бронзовый, непонятный. От чего это? 1, 5 цифры. С этой стороны 9, 20. Не знаю, может, какого-нибудь лодочного моторчика или что-нибудь. Без понятия. Ну, шмурдяк есть шмурдяк. Ну, хоть что-то. Время 37:04 утра. Накопались мы на двух пляжиках вдоволь. Ну, накопали, естественно, шмурдячка. Проволочку алюминиевую.
машинку тоже алюминиевую электро. Розовая такая ерунда, краник какой-то. 50 копеек ходячка. Трешечка. 89-й, кажется. Ну и больше всего мне за сегодняшний коп понравилась вот эта вот печаточка. Ну, 100% она из латуни, скорее всего. Нормально пойдет. Ночь убили на копе. Ну, всем пока, всем удачи. Благодарю за просмотр.